День добрых дел. Аня тянется к игрушке неожиданно для самой себя, переворачивается на живот. Теперь нужно подставить руки, опереться на них, и тогда можно повернуть голову и увидеть, что вокруг так много всего интересного. И если немного постараться, все это можно схватить и попробовать на вкус, пока мама не успела отобрать. Аня 6 месяцев. У нее синдром Дауна. И так с ней занимаются в Центре поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогу и добра». Одна из особенностей детей, родившихся с этим диагнозом, врожденная слабость мышц. Это означает, что такие малыши значительно медленнее своих сверстников осваивают основные движения. Поздно начинают переворачиваться, ползать, сидеть, ходить. Из-за этого замедляется и общее развитие малыша, ведь ребенок первых лет жизни развивается практически на ощупь. Но это не означает, что ребенок с синдромом Дауна не способен на развитие. Это означает, что ему просто нужно в этом помочь. Методика, по которой работают с Аней, была разработана голландским физиотерапевтом. В центре «Дорогу и добра» по этой методике работает специалист по адаптивной физкультуре. И ни в одном другом учреждении, помогающем детям с особенностями развития, она не применяется. Педагогу, правда, не с первой попытки удается убедить Аню, что она большая молодец и умница. Поэтому, конечно же, сможет выполнить все упражнения и показать все свои таланты. Девочка соглашается. Она послушно тянет ручки к игрушке, хватает ее и прикладывает из руки в руку. А уж когда она садится с опорой, и поддержкой радости нет предела. Теперь можно видеть не только потолок и склонившиеся лица, но комнату целиком, все игрушки, разложенные рядом, да еще и маму с папой, которые тоже болеют за дочку, подбадривают ее и чуть ли не готовы сами растянуться на полу, лишь бы помочь Анечке. Такие занятия будут повторяться, и однажды Аня сама сядет, поползет, а потом и встанет на ножки, и сначала с поддержкой, а потом и самостоятельно сделает свои первые шаги. Всему этому ее научат педагоги центра «Дорогу и добра». Но без нашей помощи Ане и другим ребятам, которые занимаются в центре, не справиться. Чтобы центр продолжал работу, в год нужно 3 миллиона рублей. Давайте вместе соберем десятую часть необходимой суммы – 300 тысяч рублей. И тогда особые ребята смогут расти и развиваться наравне со сверстниками. Ходить в детский сад и школу, радовать родителей и педагогов своими маленькими, но такими важными успехами. Отправьте смс на номер 3443 с текстом «Ребята» и через пробел сумма пожертвования цифрами. Например, «Ребята 100». И обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном смс. 3443. Сервис доступен для операторов МТС, Мегафон, Билайн. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.